А, мне показалось остановить. Спасибо за поддержку. Бля, там уже ЧВК бегает? Что, серьезно? Вот это резко. А прикинь, я бы сейчас побежал сразу по мостику. Вот это спавны. Это прикольно. А я думал, все таких спавнов теперь нет. Чтобы прям вот так. Но они подправили эту тему. Это выстрелы были? Алекс, второго. Так. Двое минус. Я, конечно, сбриваю МП9. Вы видите, как вообще она просто... Чисто машинка, блин, для бритья какая-то. Шестьдесят первый. Нормально. Пойдет. Это лазер своего оружия светит. Блин, чат, посчитайте 102 умножить на 18,5. 18,3, если быть точным. Так. 1866, да? Это представьте, если ты с этой МП9 стреляешь в типа, если ты по нему стреляешь без промаха, то ты ему, по сути, за секунду можешь нанести за одну секунду, просто вот так, 1866 урона. Как вам такое? По-моему, это жестенько, не? Надо еще с ней побегать. Так. Что за движуха, бля? Надо было свою разгрузку застраховать. Ну ладно. Так, ребята. А, кто-то жетончик уже. Они уже жетончики мои подозревали, походу.
Подукрали, это вообще ботяра. Когда он успел? Не, мне нравится МП9, не знаю. А какая-то вот, знаете, как вал, типа скиллозависимое оружие. Нужно, так, а нужно хорошо. Нужно хорошо трекать с него, чтобы убивать типов. Причем целиться надо именно не в грудах, даже, а по рукам и ногам. То есть это еще сложнее, блин. Типа, ну, да, вот. Брать или еще шоколадки? Я одного взорвал убийством гранатами. Второго так убил. У меня, с моей стороны. На мусорке. Убил. Голожопой. Убирать будешь? Я тут по зеленке подошел. Мосинка сломанная в половину, без наушников, без всего. Думаешь, какой уровень? 40+. 36. Сзади, слева, за мусоркой кто-то. Слева взял. Блять, или что это был за звук? Выстрел, нет? Нет, кто-то на месте ширкнулся, прям рядом. Походу, это ты был. Ютить, звук сейчас зарасинхронило тогда. Нет, он тут в кусту, Мэтт, у меня где-то в кусту. Серьезно? На дереве, блять! Пушка, сука. Ой. Ёб твою мать. Я же слышу, где-то он сыркнулся, блядь. Какой? Вот это вот показал им просто. Объясните мне. Для кукушка сидит. Я его чисто как... Чисто как хижак его повесил за дерево, бля. Федя, дичь. Угу. Федечка, принесите нам дичь. Да как бы скриншот так еще сделать красивенько. С моей стороны неплохо. Не удастся, наверное. С видоса потом можешь попробовать капнуть. Кстати, там у тебя должны... Или у меня посмотри. Потом. Пойдет. Сейчас я патрон докину немножечко. Да. Что в голове у типа? Хуй его знает. А ты какой? Я, конечно, извиняюсь за мой французский, блин, 45-й. Чё, я не на деревьях. Да, мне там чат пишет. Фак. Так, ну у нас гранты еще были как бы. Кто в мусорке? Там вообще по-моему проверял, когда я крутанулся, отобразился бег. А. Хотите у него в СКС-ке патроны-то? Топовые АП. Топовые АП. Одно дело показываю, другое дело сидеть на этих местах. На третьем. Ага, он, значит, на лестнице у меня на втором. Или к тебе поднялся? Ко мне нету его. Значит, у меня. Значит, у тебя где-то на втором. Он на лестнице. Хорошо дал ему. Убил. По-моему, два отгана стреляло. Даже не попал по мне. Ты с чего стрелял? Вектор. Бля, почему мне показалось, как будто... Ладно. Хорошо. Шаурма! Здорово, бля. Убил? Да. Найс. Просто триммер сразу. Только чел заходит сразу. Тебе прямые или косые? Бжж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 
Болтай, Черикс. Давай. Тебя прикрыть или у тебя там норм? Ну слушай лучше первые этажи. Он по боссу стреляет.
На улице дробовик. Слева, да-да-да. Ты? Нет, он внутри, я на улице. Он справа, где Тёмка. Убил его. Убил его. Я внутри. Калаш еще на туалетах где-то должен быть. Да-да-да, мне тоже показалось, что это вряд ли бот, как-то он стрелял. Второй? Хорош. Да, на втором. Тогда... Это девятый. А! Этот хрен меня в той катке убил, Таркона. А, такие, они опять от нас сдохли? Я ж их убил тогда двоих. Месть! Виндетта. Чуть злой. Было страшно сейчас. На бомже убивают, типа. Убили, да? Да-да, убили, убили. Направо дал туда? Зацепил его гранат. Двое. Одному херово должно быть. Один сдох там. Второго сильно засыпал. А где он? За фигнёй ты на колесах. Полевая кухня, блин, что это тут? Право грену дал от нее. Минус он минус. Там гранат аккуратно. Все? Вроде все. Прикинь, опять те же самые. Так, а ну-ка, пробуем. Чё ты хочешь? Опа! А-а-а. Видел? Да. Там открытая дверь. Которую... Ты говоришь? Нет. В душке. Чего, кто-то базарит? Юсек, да. Четко в туалете. Дал контролит. Могу грен ему туда дать? Аккуратно. Можете хэд дать. Убил. Дал грену в туалет аккуратно. Ага. Контролю коридор. Запрыгивай в туалет. Ну, пока ошибся, что ли. А нафиг он разговаривал? Я не знаю. Если бы он не сказал, как бы он бы выжил. Да. 49-й? Что? Вот это 49-го уровня? Он где-то сумку свою спрятал. У него КСУ, блин, сломанная в половину. Советская каска и вот все такое, понимаешь? И вот это вот 49-го уровня. Я что-то не понимаю в этой игре, да, чат? Надо ходить и лутаться. А не вот эти вот ваши. Стрелялки. Он столько долго времени... А, вот же лежит. Нашел? Да. Просто не мог чел столько долго времени ходить лутаться и налутать там пару этих всего. Ну, мне понравилось. Я знаю, что русскому комьюнити такое не особо понравится, потому что я его ищу, хожу. Это ты, друг? А нет. И он. Кто его убил? Где-то здесь должен быть с калашом, по сути. Еще кто-то. И слева кто-то еще. Крыса. Жив, на самом деле, еще.
пахнет вонючей мать. Бля, тут у меня еще ЧВК сидит. Где? Да забей, хирс. Пацаны, сейчас накроют нас! Типа наверх хотел подниматься, да? На гранатах вот тут. Минус один. Я справа по внешке от камней к нас подошел. Да, вот она МЦХ, которую я слышал. Прямо у тебя с забором слева звезду юзаю и пойду на камни. На территорию? Нет, я у нас под насыпью. У нас на территории двое ходят. На главном входе. Один за бочку огнеопасно зашел. В проломе. Нет, рядом с ней. Слышу его. Гранаты. Я дал гранату, я не слышу, никто не бегал. А он там, я знаю точно, что он там. За огнеопасно все еще сидит чел. Убил. За заправкой остался. Перепрыгиваю сейчас. Я перепрыгнул от камней. У него один хп. Грена, да, ты? Да, он в темнушке. Он в пристрой, да, в этом? Ты снаружи, правильно? Да, блядь, он уже с главного вышел. Мэтт, очень долго идешь. Да. Наконец-то, блин. Так я не понимал, где ты, где он. Я же говорю, на главном, на улице. Если они смеченки? Чего? Ну, у него Сашка с галкой, ящик патронный с галкой. Угу. Так, а этих ты тут распадал? Главу комнату поделиться. Был? Да. Обои? Двое минус. Третий, смотри. Меченка открыта, да. Там драка прям насмерть была. Конечно, насмерть. Тут люди как бы на руле играют, не так-то просто бота убить. Пятерых. Впрочем. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.